Праздничная выпечка отличается тем, что ее принято красиво подавать. Без этого она не будет создавать нужную атмосферу, и вам будет полезно узнать универсальный вариант украшения десерта – глазурь. Из моего рецепта вы сможете узнать о том, как приготовить глазурь шоколадную. Простой состав и легкая технология позволит вам делать ее часто. Она подходит для тортов, пирожных, пончиков и эклеров. А также в глазурь можно макать свежую клубнику и бананы. Отличный десерт для любого праздника. Досмотришь инвида, и я предложу записать список ингредиентов. В миске смешайте сахарную пудру и какао. Молоко нагрейте на плите или в микроволновке, оно должно быть горячим, но не кипящим, а потом влейте его в миску с сухими ингредиентами. Глазурь тщательно перемешайте до единой консистенции, количество молока регулируйте в зависимости от желаемой густоты глазури, все готово. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Сахарная пудра 1 стакан, какао 3 столовые ложки, молоко 2 столовые ложки или больше по желанию, количество порций 1. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Еще увидимся!